Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 6. Чему равно расстояние от точки А до точки Б? Нужно взять линейку и с помощью линейки измерить расстояние от А до Б и записать в тетради А, Б равно. У каждого должен получиться свой результат. Расстояние от точки А до прямой Б. Для этого необходимо построить перпендикуляр из точки А к прямой Б. Обозначить, например, точку пересечения перпендикуляра и прямой Б через К, взять линейку и измерить расстояние АК. Не забываем, что мы должны построить перпендикуляр. И В. Чему равно расстояние между прямыми А и Б? Для этого тоже надо построить перпендикуляр между прямыми А и Б. То есть перпендикуляр к прямым А и Б. Обозначив точку пересечения перпендикуляра с прямой А, например, М, а с прямой Б, например, С. И тогда надо взять линейку и измерить отрезок МС. У меня эти расстояния получились АБ 1 сантиметр, АК 4 миллиметра и МС 1 сантиметр и 1 миллиметр. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.